Итак, друзья, какие недостатки выявились в велосипеде STL630 после года использования? Причем я использую и зимой регулярно, и весной, и летом, и осенью, то есть бесперерывно. Год велосипеду и что я, какие недостатки выявлены. Ну, первое, это то, что, ну, просто стерлись тормоза, это ерунда, я их поменял вот буквально-таки несколько месяцев назад, то есть через 8-10 месяцев выходят тормоза, причем, повторяю, что это регулярное использование. Второй неприятный момент случился вот с этими звездочками задних переключения скоростей. Что случилось, значит, следующее, это то, что, значит, уже раскручивалась одна звездочка, я чуть-чуть подкручивал, но как-то еду и просто вывалилась вот эта задняя звездочка. Я по всей дороге искал детали, они разлетелись. И как кто знает, из чего состоит вот эта звездочка. Там вместо подшипников две таких пластинки слева и справа. Ну, короче, на одном пластинка улетела, я прикрутил так, как есть, и вроде он ездит. Ну, те, кто знает, как это устроено, не так страшно, да. То есть я потом поменяю, вот эту пластиночку ставлю. Из плюсов, я смазываю регулярно, возможно, это видео на видно. Видно, да, что в грязи, но это масляная такая грязь. Тут в масле, я просто не хочу туда лезть. Но чем плюс? То, что я регулярно смазываю, все, весь механизм. Плюс в том, что звездочки из-за этого не стираются, вот не стачиваются почти что. Это я увидел и на пластике, вот эти вот две маленьких звездочки, они пластика, они не стерлись. Собственно, друзья, вот и все. Из особенностей я поменял крылья, просто потому что вот эти мне нравятся. А, кстати, крепление на старом сразу же отвалилось. Здесь буквально через несколько дней, это тоже минус. Поменял вот эту палку, она дорогая, она сама стоит 1200 рублей, по-моему, я ее покупал. Она с такими бороздками, рифлениями, здесь, чтобы не проваливалось туда. Но, несмотря на это, смотрите, немного кресло, я не знаю, как на видео, но оно шатается вот. Видите, я нажимаю, надеюсь, это видно. И это не по причине, это по причине вот здесь вот в основании где-то разболтанность. Ну, короче, где-то здесь надо пластину, знаете, такую подставить, и, скорее всего, это поможет. А предыдущие основные, вот эти дешевые палки, которые были, они часто гнутся. Ну, может, из-за того, что я толстый, вешу 93 килограмма, может быть, из-за этого. А может, я не знаю, почему. Друзья, потом поменял вот эти вот, как не знаю, ручки обе. Мне нравится вот так, я понимаю, что их надо на другую сторону размещать, да, но мне больше нравится вот так. Вот такой вот я человек, можно посмеяться. Ну и, собственно, друзья, все, небольшая восьмерочка на заднем колесе, сейчас я ее покажу. Ну, даже не восьмерочка, да, но как бы такое искривление есть. Ну и расшаталась вот эта вот подножка, здесь совсем недавно подкрутил. Ну вот, собственно, друзья, и все. Значит, постоянно регулярно смазываю. Мой секрет велосипеда, то, что после того, как я угробил первый велосипед, я понял, что надо поменьше переключать скорости. И, значит, смазывать постоянно вот эту вот систему. Вот здесь вот смазывать, вот с той стороны все звездочки и цепь. Вот. И после чего действительно заметно это стало, насколько цепь стала меньше убиваться. Потому что раньше у меня так долго цепь не жила. Вот. Ну и, собственно, вот и все, друзья. Еще раз повторяю, что я регулярно езжу. И поэтому вот так вот. Вот. Ну, в целом, неплохо. За год, видите, все-таки велосипед еще ездит, еще радует. И, в общем-то, в целом-то все нормально. Также, друзья, надеюсь, я ничего не забыл. Вот я сейчас пытаюсь вспомнить. Вроде ничего. Вроде ничего такого больше и не было. То есть все как было. А, ну еще отлетел вот это вот, видите, с одной стороны заклепка, вот эта вот пластиковая. С другой стороны вот здесь вот отлетело. Вот, видно, все-таки по неосторожности. А, еще одна особенность забыл. Самое основное забыл. Это же особенность велосипедов стелса предыдущего 570-го, этого 630-го. Вот это, под конец чуть не забыл. Раскручиваются вот эти вот винты. И, значит,
начинают педали вот так чуть-чуть шататься. Ну, не педали, а вот эти вот, я уж не помню, как они, забыл чуть, как называется. Ну, вот откручиваются вот здесь. Вот надо подтягивать. Вот это минус, блин. Вот это, блин, минус велосипедов стелс, которые уже на втором велосипеде это присутствует. Вот. Ну, а так, в целом, все неплохо, но, блин, этот раскручивался уже чуть ли не через несколько месяцев использования велосипеда. Приходилось подкручивать. И, в общем-то, последний раз подкрутил где-то несколько месяцев назад. Вроде все нормально, но чувствую, что опять надо подкручивать. Вот такие вот замечания. Короче, вот так. Всего доброго, всем пока.